Да, он сексист! Да как он вообще смеет? Да это стопроцентный мужской шовинизм! И был создан курорт. И первым отдыхающим на этом курорте был мужик. И козырно жилось мужику на том курорте, но, сука, скучно. И подарил Всевышний режиссер мужику бабу. Существо получилось злобное, но забавное. И стала баба причиной того, что мужика выгнали с курорта. Так он и лишился и курорта, и ребра. Зато обрел бабенку. Анонс из баб. Исполнение из этого ролика к вопросу о том, на кой ляд нужен был проект с рабочим названием «Женщина». Межеров Александр Петрович. Зачем понадобилось Еве срывать запретный этот плод? Она еще не сознает, но грех свершен. И Бог в гневе. Вселился в змея сатана, и женщине внушал упрямо, что равной Богу стать должна подруга кроткого Адама. А дальше, Боже, стыд и срам, в грехе покаяться не смея, на Еву валит грех Адам, а та слагает грех на змея. Я не желаю знать добро и зло, от коих все недуги. Верни мне, Бог, мое ребро, мы обойдемся без подруги. Рахмет, Сузбек.